представительниц прекрасного пола пригласили в зимний театр. Для женщин звучала музыка в исполнении духового ансамбля. Дамы смогли сделать яркие снимки в цветочных фотозонах. Ну и, конечно, принимали поздравления от мужчин. В адрес женщин только самые приятные слова. Равноправие женщин, образование практически полностью, здравоохранение практически полностью, культура тоже. И сейчас они даже в тех мужских отраслях, они тоже там женщины. Поэтому вот самые надежные и профессиональные. Самые молодые женщины в городе Сочи, потому что они всегда излучают свет, излучают тепло, излучают красоту. А красота – это молодость, это процветание, это радость и это успех. Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт. В зимний театр пригласили женщин, успешных в профессии, и тех, которые ведут активную общественную жизнь. Милые дамы, для нас вы источник тепла и радости, воплощение добра и совершенства. Мы, мужчины, благодарны вам за вашу заботу, любовь и вдохновение. За трудовые успехи на благо города от руководства курорта женщинам вручили знаки почета и благодарственные письма. Ну и, конечно, цветы в честь самого весеннего праздника.